Будем наблюдать за поведением алюминия при нагревании. Мы будем плавить алюминий. Точка плавления алюминия 651 градус по Цельсию. Он очень легко расплавляется. Но при этом мы видим особенность плавления алюминия. Расплавленный кусочек алюминия не отрывается от основной массы проволоки, а удерживается на весу очень прочной тонкой оксидной пленкой. Состав ее алюминий 2О3.